И вот чего татары требуют. Чтобы шли с ними в войне против всякого человека, когда им угодно. И чтобы давали им десятую часть от всего, как от людей, так и от имущества. Они отсчитывают 10 отроков и берут одного. И также поступают с девушками. Отвозят их в свою страну и держат в качестве рабов. А когда получают полную власть над ними, то если что и обещают им, то не исполняют никогда. Из 3 сыновей берут одного. Уводят всех мужчин, не имевших жен, и женщин, не имевших законных мужей. Остальным же приказывают, чтобы каждый, как малый, так и большой, даже однодневный младенец, платили такую дань. 1 шкуру белого медведя, 1 черного бобра, 1 черного соболя, 1 шкуру некого животного, имевшего пристанище в той земле. Сверх того, они требуют и забирают без всякого условия золото и серебро и другие, что угодно и сколько угодно. И всякий, кто не даст этого, должен быть отведен в Орду и обращен в раба.